почему-то официанты не стоят возле входа и не ждут гостей. Понял, ждем, значит, да? Да. Мне нравится настоянка власного виробництва, хренівка, перцівка, журавлик і алкоголь чужинський. Українське вино, горілка українська. Коротше, відділено, да? Що іностранне. Прошло 10 минут, да, Лиз? Да. С момента подачи заказа все красиво так. Писала. Ты чула, Лиза? Угу. Писала, любишь? Вкусно. Это у нас галушки. А какая начинка там? Печенка. Печенка. Нравится, да? Это так должно быть, да? Да. Ну что, пошли обсудим. Сегодня мы побывали в шаленых шкварках. Мне там очень понравилось. Заказ ждали 10 минут. Ну все, очень вкусно было, да? Да. Можно папа подключиться? Да. Тут папа пришел. Ну все нормально, все было очень вкусно. Заказ приняли, 10 минут исполнения заказа. Ну еще после вчерашнего, что нас шокировало. Сегодня мы втроем покушали первое, второе, попили. 145 гривен мы потратили. Вчера мы попили, покушали за 190. Сегодня нас порадовала шаленна шкварка. Хотя у нас есть вопросы, мы их со временем озвучим. Но сегодня было все отлично. Спасибо. Удачи, Полтава. Пока.